раз, раз. Да. Поможешь тогда дальше? Раз, раз, да. Все, меня слышно всем хорошо? Отлично. Итак, осталось совсем чуть-чуть. У нас 13 минут до завершения второго дня третьего городского фестиваля Moscow Coffee Festival. Всем спасибо тем, кто еще здесь и ждет результаты. Результаты, да. Кстати, в первый раз... Нет, так что-то хуже стало. Раз, раз, да, все. Кстати, сегодня у нас еще одна прекрасная новость, помимо объявления финалистов. У нашей замечательной Натальи день рождения, поэтому поаплодируем ей. И сюда, как и с чемпионатом кофе-алкоголь, я попрошу выйти всех участников по одному. Вот. Наш замечательный фотограф всех сфотографирует. И после этого мы объявим, кто же завтра будет в финале. Итак, Евгений Сапожник. Никита Жогов. Кирилл Аношкин. Анна Гой. Анастасия Кожевникова. Алексей Горбатенков. А можно тебя сфотографировать, пожалуйста? Сейчас, вот сюда лучше, да. Михаил Федоров. Елизавета Носова. Радий Саркисян. Екатерина Тимошкина. Екатерина. Денис Нехаев. Николай Шаков. Владислав Шейнфельд. Сергей Карпов. Илья Григошин. Виталий Веретильник. Фото. Альберт Абрамян. Павел Щепет. Илья Кырчанов. Станислав Кривопуст. Владислав Адоньев. Фото. Дмитрий Лешко. Вероника Шагова. Анатолий Бамбуляк. И Полина Нотик. Итак, собственно, завтра такая же точная история. Вы можете, кто не попадет в финал, прийти сюда к 10 утра, вот к этой комнате. Здесь судейская с логотипом чемпионата Лотарт. И судьи проведут дебрифинг, расскажут по вашим листам, вы сможете их посмотреть, узнать, почему не вы. Вот. А сейчас мы объявим, и также наша именинница подойдет к каждому финалисту, и вы вытянете номерок, под которым вы будете завтра выступать в финале. Итак, первый финалист чемпионата по лотарту Кирилл Аношкин.
номер один. И вы прям сюда поближе выходите, чтобы мы понимали, кто у нас в финале. Финалист номер два – Михаил Федоров. Номер четыре. Итак, далее. Человек, который не только выступает, но еще и организовывает чемпионаты по латте-арту. Кривопуст Станислав! Номер? Какой номер? Номер два. Супер. Итак, едем дальше. У нас осталось еще три места. И следующий финалист чемпионата – Виталий Веретильник! Номер шесть. Виталий будет завершать соревновательный день завтра в финалах. И у нас осталось всего два места. Две путевочки в финал. И предпоследним, пятым финалистом становится Вероника Шагова. Номер пять. Итак. Итак, у нас остался номер три. Человек, который прям вот аккуратненько так посередине выступит завтра. И, возможно, именно номер три принесет ему победу. Вот. Все остальные мы ждем вас в следующем году. У нас еще на пире будет Лотарт Баттл, где можно выиграть кофейную поездку мечты. И да, вот, и у Станислава будет баттл, у всех будет еще много чемпионатов и шансов проявить себя. Вот. Но завтра побороться за выход на чемпионат мира и выступить в Берлине. И, кстати, не первый раз на мировом чемпионате будет Полина Нотик. Номер три. Поздравляем финалистов. Пожалуйста, еще раз все улыбнитесь в камеру на память. Вот, всем остальным большое спасибо. Мы будем очень ждать всех завтра. Открыты с 10 утра до 8 вечера. Завтра много всего интересного. И финалы чемпионатов, и второй этап Russian Coffee Cup, и семинары, каппинги. Будем всех ждать. Спасибо.